Еще раз всем привет, приветствую на канале AlexAvers, друзья. Новая фигура у нас в обзоре с вами. Был шорт видео маленький. Надеюсь, вас это заинтересовало. Я немножко расскажу о данной фигуре, а точнее, ну, покажу больше, потому что рассказывать можете вы и сами прочитать, а увидеть не всегда можно увидеть фарфоровые такие прелести и ну, неповторимые, на мой взгляд, создания. Они, конечно, повторяются в той или иной мере, но все-таки уже это наследие, которое надо сохранять и делиться эмоциями и визуальными, скажем так, образами. Ну, вот такая красота. Был маленький обзор. Сейчас расскажу, что за фигура. Фигура называется Adagio. Выпущена она на Киевском фарфоровом заводе. Скульптора я напишу в описании, друзья, не успел подготовиться. Вот это клеймо Киевского фарфорового завода, так называемая книжка. Черное клеймо, это сорт третий. То есть есть тут маленькие замечания. Некоторые сейчас покажу. У меня батарейка чуть-чуть присаживается, поэтому. Покажу, какие у фигуры, помимо преимуществ, есть недостатки. Роспись очень хорошая, позолота практически нигде не нарушена. Немножко на пуантах вот здесь внизу. На локонах вот тут видно, стирали, подтирали. И вот здесь на форме верхней. А какой здесь изъян? Это все у того, что это третий сорт. Вот здесь что-то там, ну, тестом как бы за, не знаю, выравнивали, это заводское, там фигура протертая, промыта, но вот это осталось. Скольчики двух пальцев. Указательные средние у танцора. Ну, собственно, и все. Немножко незначительные там какие-то спецэффекты на подиуме, ну, не очень ровные, скажем так. Хотя на видео нормально, на фото не очень. Такая, друзья, красивая фигура, замечательная композиция. Был у меня в обзоре грузинский танец, возможно, прикреплю на него ссылочку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Рад видеть всегда всех новых зрителей, подписчиков и старых тоже. Всем пока, до новых встреч.